получается. Вообще, вон в Канаду, как... у нас есть на празднике мужчины, пожалуйста, все, пошло состязание, помогаем, аплодируем, аплодируем, помогаем, давайте, кто за кого голос? Заиграла жизнь, как солнце красками, мы поздравляем вас с недели масляной, блинов румяных вам, застолье на семь дней, желаем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда он? Нет, точно, точно, все на карусель пойду, сейчас на колесо обозрения. Во-во-во, давайте, давайте, к нам, сюда перетягиваем, канат сюда, к нам сильнее. Помощь требуется, мужчины, помощь требуется. Сейчас уйдет канат у нас совсем уже. Далеко, далеко. Победила. Я не видела, кто победил? Кто победил? Дружба победила? Или есть победители? Кто победил, победители? Победителей угощаем блинами, от парка Харенко. Подходите, кто у нас победил в этом состязании? Вкусные, блины для вас. Подождите, Что-то я здесь это не увидела, кто победил. Давайте-ка еще разочек. Еще разочек и встанем сейчас дружненько так. Народу побольше соберем. Мужчин у нас здесь много-много. Каждый хочет показать свою силу. Каждый в отдельности и командой вместе. Потому что командное состязание, оно самое-самое. Как это? Ну что, равномерно все распределились? Готовы? Готовы? Начали! О, вот это точно! Вот она борьба! Вот теперь точно победила дружба. Канат не выдержал такого у нас напряжения. Молодцы! Молодцы, аплодируем, участникам, поднимаемся, за блинами, угощаемся блинами. Кто у нас? Ну что ж, дружба победила, тогда участники, давай, спасибо, Мы зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Тот и ест. Все правильно, да? Поработали, потрудились, угощаемся блинами. Мы зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Последний блин для самого, а мы его отдадим, не осталось, все съели, молодцы. Ну что, остались еще богатыри у нас? К конкурсу с гирями готовы? Кто будет у нас гирю поднимать? Кто желающий, поднимите руку. Один вижу, подходите сюда. Кто еще желающий с гирями? Вот здесь, ага, вот здесь, здесь на сцену. Кто будет еще? Кто? Ну, гирю, ты гирю будешь поднимать? Вот это да. А сколько тебе лет-то? 5? У нас ребенок 5 лет готов состязаться в гирях. А где же у нас мужчины-богатыри? Поднимайтесь сюда на сцену. Кто еще? О, как у вас много. Вы все будете гири поднимать? А вы их поднимете? Она тяжелая.
Она правда тяжелая, я ее не могу поднять. Что у нас? Подождите, у нас пара есть. Два, да? Будет соревнование пока между двух человек, двух мужчин, а потом мы уже будем поднимать. Вот мальчики на желающие еще есть. Готовимся. Итак, мы сейчас болеем за Станислава. Приготовились? А? Ну да. А как ее гирю, да? Мы гирю поднимаем. Считаем хором, все вместе. Да. Правильно. Разминочка. Как у каждого спортсмена должна быть разминка. Настрой. Давайте подбодрим. Ну. Во-во-во-во-во-во, хорошо, еще. Нам нужна ваша поддержка. Начинаем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50. О, вот ты. Сейчас поддерживаем Павла. Сейчас приготовились. Ваша поддержка очень-очень нужна каждому участнику. Поэтому, пожалуйста, да, давайте вот не отлынивайте, а дружно, громко считаем. Готов? Начали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 19, 20, 21, 22, 33. Замечательное число, между прочим, да? Давайте попробуем. Еще желающие есть? Давайте мы сначала взрослых, а потом с малышами будем заниматься. Хорошо? Согласны? Еще двое желающих к нам подходить.